Ну, всякое бывает, поэтому зачастую бывает такое и, скажем так, ярые признаки любви и тому подобное, но чаще бывает такое, что мы ссоримся постоянно, и это немножко, конечно, не напрягает, но тем не менее никто из нас не хочет уступать, потому что вот как-то слишком гордый, что ли, что-то вроде этого. Это было, то можно было доехать спокойно на электричке, потом чтобы там, нет, на поезде, потом чтобы там на электричке, и по времени это было не особо много сейчас. Берем плотнее, играй! Таня, Таня!